Салют, друзья, это держатель микрофона, и я приехал на лыжную базу ФСК СТЗ, где проходит первенство Полевского по лыжным гонкам в рамках областных соревнований первого этапка Кубка Надежды Урала. Марш! Катя, давай! Рядом со мной тренер по лыжным гонкам ФСК СТЗ Михаил Котишев. Михаил Александрович, сейчас разгар лыжного сезона. Насколько полевчане сейчас находятся... Да, отойдем. На транзите стали. Насколько полевчане сейчас в оптимальной форме, чтобы показать сегодня высокие результаты? Да, ну, наши спортсмены, наши дети тренировались упорно, усердно. Готовились к этим стартам. Ну, вот как получится, так получится. Сегодня погода у нас, вот снежок свежий, мягко. Легко. Ну, как получится, вот старались. Хотели, чтобы неплохо выступить-то. Девочки у нас сильные, среднего возраста, 2008-2007. Вот. Ну, юноши тоже. Старших юношей у нас там маловато. Вот, уже становятся ребят. Но, тем не менее, готовимся к этим соревнованиям. Я думаю, что победа будет за нами. Мы победим. На домашней трассе легче будет. Да, конечно, конечно. Все равно домашняя трасса, мы знаем, тут здесь... где уже поднажать, где растолкаться, где, как говорится, присесть, покатить. Вот. Так что надеемся на результат. Ну и удачный старт, наверное, на первом этапе, и потом сил прибавить. Да, да, конечно, конечно. Ребята за тут стараются, все, значит, следят за этим делом. Уже традиционно эти соревнования проводим, поэтому ребята хотят выступить на следующий этап, который поедем в Дегтярск, Краснофинск, Первоуральск. Вот. То есть стараются, чтобы лучше... Там еще, что интересно, получается, масс-старт будет. Чем лучше вот они здесь выступят, потом, значит, их лучшая позиция будет на первых местах стоять не из последнего ряда стартовать, а из первых рядов стартовать. Поэтому вот они стараются тоже выступить хорошо. Рядом со мной одна из участниц сегодняшних соревнований, Алена Кватернюк из Красного Финска. Алена уже пробежала, да? Какую дистанцию бежала? Как бежала? Бежали 3 километра. Ну, бежалось так. Не то чтобы сказать легко, но и не тяжело совсем. Дистанция равнинная. Дистанция, ну, больше всего равнинная, поэтому уставать, как бы, ну, вроде бы не успеваешь. Ну, по такой погоде трудно лыжи готовить? По такой погоде очень трудно лыжи готовить, потому что они могут не держать. Если намажешь много, то они катить перестанут. Ну, довольна, как побежала? Ну, да, довольна. Папа доволен, я довольна. Вот финишировал еще один участник из Арти, Шурин Егор. Шурин, как пробежалась? Нормально, в принципе. Ну, тяжело было, да, одновременно. Руки забились чуть-чуть. А так все нормально. По трассе как шлось? Нормально. Катила прекрасно, держала замечательно. Как по лесным условиям? Да, нормально, в принципе. Хорошая, нравится. Результатом доволен или еще не знаешь? Не знаю, но я доволен, как я пробежал. Но я хочу быть первым на всех этапах. Я хочу взять кубок Надежды Урала.
Давай, 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 малыш! Давай, давай, закатывай, давай, 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 подожди, давай, чуть-чуть! Давай, давай, Макса, давай, пошел, 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 пошел! Держатель микрофона с лыжной базы ФСК СТЗ, где проходили крупные областные соревнования по лыжным гонкам. Первый этап Кубка Надежды Урала. Занимайтесь спортом, подписывайтесь на YouTube-канал, Дзен-канал и во всех социальных сетях на держателя микрофона. Это был Максим Исаенко. Пока!